мы продолжаем проходить Need for Speed Most Wanted, и это четвертая часть. Четвертая часть уже, уже еще только, так можно скорее сказать. В прошлый раз мы победили Теза, по-моему, Тез его звать, что ли. Ну, вообще какой-то, да никчемный человечек такой, но он хотел, чтобы я его выиграл, вот. Пришлось его победить. Теперь у нас следующая цель, это... это нечитаемо. Вик, вот сверху Вик написано. Как вот тут Вик, тут снизу тоже не написано Вик, что это такое? Как-то можно Вик увидеть вообще? Что это такое? Не знаю, короче. Возможно, я что-то не понимаю. Ладно, что мы начнем? Это, значит, на скорость получается, да? Это радары. Давайте обычный спринта пройдем сначала. Я не знаю, тут, в принципе, такие гоночки. Вот у нас... А, смотрите, видите, какой я теперь? О! Зашибись. Я постригся. Четвертая часть, мы сразу как там дело, минута прошла, мы уже гоним. Такое редко бывает. Вот уже то, что такое редко бывает. А, это спринт обычный, пока к машине не пробежишь опять. Блин, меня задолбали эти трассы вот эти по кругу вот этому. А еще больше меня задолбал этот поворот. Он просто ужасный. О, с полицией. Внимание, поступило сообщение об уличных гонщиках. Один из них ехал на восток по бульвару Стейдия. Патрулям приготовиться. МПМ. Нарушитель на... Показания расходятся. Оставайтесь на связи. А, я на первой... На первом уровне. Насколько помню, можно и не пересечься с полицией, даже если тебе говорят о тебе там что-то. Видим, пересечемся. О, знакомый поворот. Я не помню, как лучше всего это делать. Но он туда поехал, значит, тут поедем. Блять! Я так не планировал. Похоже, мы не пересечемся с полицией. Скоро финиш. Зря я так поставил копию. Я по-любому его задену-то. Куда поставил? Справа. Рукой макать буду, еще сшибу. А вот машина, в принципе, полностью прокачана сейчас это, да? Гараж, да. Удобно, пьем, то есть можно запускать все это. Ну вот это, наверное. Тут самая такая больная трасса. Которая может уколоть самое сердечко. Разве не было этого? Истребитель для тех, кто не ездит, а летает. На карте обозначены посты контроля скорости. Угу. Ты должен сделать так, чтобы их зашкалило. Чем больше суммарное превышение, тем лучше. Джентльмены проигрывают. Пропустил кого-то к финишу. Теряй очки. Теперь позиция важна, а не скорость. Надо было фотку делать, что-то не подумал. Aston Martin, Audi TT и еще это Lexus C300, по-моему. Опять полиция, что ли? Серьезно? А, нет, тут скоростной режим. На десятку больше. Ну кто так ездит? Ну кто так ездит? Объясните, пожалуйста, мне.
208. Видимо, сейчас меньше будет. А, нет, нормально. Мы их догоняем. Даже больше, чем обычно. И даже обогнали их всех. Невероятно. Ну это огромное преимущество, по-моему, становится. А, нет, 50 всего. Всего лишь 50. Это мало. А, ну все, победа. Преимущество большое, финиш еще и первым. Успел? Не знаю, не всплывает ничего. А что со отражениями? Это что-то невероятное. Чем дальше, тем сложнее. Не представляю, что будет в Кэндоне. Но пока что ты на коне. Продолжай в том же духе, и Рейзер получит свое. Мысли. А, Вик? Заткнись и слушай сюда. Решил, что ты крутой? Угу. Да мне начихать на это. Я таких крутых в гробу видал. Это мой район, понял? Если не будешь выпендриваться, может, я тебя и пожалею. Что ты скажешь после того, как я тебя выиграю? С тобой хочет погоняться Вик. Помнишь, подпевала Рейзера? Я про него говорил. Самое время порвать подпевала. Почему? Нифига, прям рядом гонка была. Ну, мы сначала гонки пройдем, потом уже вернемся. Ой, блин. Ну давай вот это. Там просто уже дороги есть в начале. Повторов нету, поэтому приходится такое фотографировать. Там что-нибудь выберем потом. Так, Лотус. Как его? Я не помню, кто он называется точно. Эклипс и, по-моему, опять Lexus из 300. Или что это? А нет, Mercedes это. Это Мерс. Ни хрена себе. Преимущество небольшое. Всего 20 км. Это мало. Надо было там ехать. Я тут знал. Двоих остановил. Смысле? Я же не задевал. Надо повтор посмотреть. Ну, в смысле, запись. Я его не задевал. Я проходил. Это мало, а 204 это маловато. Но уже больше 1000. Скоро финиш должен быть, да. Вассерман. Ты что тут делаешь? Ты же должен все знать. А, ну там больше сотки преимущества было, кстати. Что-то попуга разошелся. Я ему включал сейчас этого, Оксимирона. Он был доволен. Кирикл. Самые простые гонки вот это вот, походу.
Блин, а природу не фотографируешь здесь. Здесь нет фоторежима никакого вообще. Жалко, что нельзя указать именно, как красить им. Ну, типа, вот наклейки вот это все. То что вот снизу бампер не нарисован? Эти полосы. Почему? Еще дискриминация каких-то бамперов, спойлеров, капотов. Ну, на капоте есть. Но вот бампера дискриминируют прям сильно. Ого, 12 секунд. Не так уж и много. Хотя, с другой стороны, я просто скорость не ставлю по большую, там нитро не пользуюсь. Что как бы не есть хорошо на самом деле. Да, если она улетает. Я не уверен, что срезаешь ей направо. Там есть дорога. Сдолбал так крутить уже. Ну, при идее хорошо иду. Двадцать семь. Вот это уже преимущество большое. Здесь уже не догнать. Не знаю, что, кстати, был комментарий по поводу будешь ли ты проходить события, или как там называется, погони. Без понятия. Не знаю. Не знаю, успел или нет. 286 км. Это гонка? Я прям так сразу около нее оказался? Вау. Реально вау. Ну да, это она. Прикол. Я привык нитро нажимать на старте, ну, чтобы вот эти были шипелки такие. Пш-ш. А их тут нет. А вот продолжили гонку. Действительно, взяли талончик и поехали дальше. Транспорта вообще нет, а вон едет. Один секунд, маловато пока. Хотя с другой стороны куда больше-то. Если больше будет, очень интересно будет. Не вписывается поворот. Зачем он сигналит? Притормози, чел. Аккуратней, там полиция или что? Ну, 15 секунд. Это мало еще. По сравнению с тем, что бывает. Когда у меня упадет ты дальше единичка вот эта? Mm-hmm.
Ну, видимо, все, это победа. Осталось-то ехать. 5%, а времени еще много, 20 секунд. Хотя не сказать, что прям много. Вот и все, все гонки получили. Вика фигачит. Вика. Викусик. Ну что, вызываем тебя. Спринтовки. Тоже любишь спринт, что ли? Ну давай. Что там будешь показывать? Я скриншоты готовлю. О, опасность. Давайте сфоткаю, ладно. Показушник, да? Окей. А где полиция? Причем здесь она вообще была? Зачем? Я даже нитро пока не буду использовать. Езжай. Так, он использует нитро, это нечестно, я не использую. Теперь использую. Здорово. Здорово, как дела? Как дела? Давай, догоняй. Эй, не толкайся, аккуратнее. Машина, аккуратно! Бля. Мой косяк. Ну, у него тоже был косяк, походу. Не получилось. Так, куда я еду? Бля, где я? Зачем я сюда поехал вообще? Дурак. Зачем тормознул-то? Я даже не понял, что произошло сначала. Он просто остановился. Каким последствиям могу привести-то, если в реальности он так ездил бы? Давно бы уже разбились все. Ого, нельзя срезать. Как будто их делает. Где у него повороты резкие. Блин, а он резкий. Как бы финиш близко. А я проиграл. Я проиграл. Первая проигранная гонка, между прочим. Не, ну он дозик, конечно. Он как, зачем так тормозил? Ладно, пендриться не будем. Давай это уделаем. Здесь мне не нравится, как машины себя ведут. Приходится как по-другому все вести в поворотах. Я в этот раз еще хуже еду, что ли?
но они очень такие вялые, я не знаю, их тяжело очень поворачивать этими машинами. То есть я, если еду в машинку, то очень тяжело увернуться. В андеграунде так не было. Там очень легко увернуться от машины. Вот здесь была большая ошибка, конечно. Прям огромная. Я его даже не видел, вот его не было на экране. Ну это походу все. Если я не ошибаюсь сейчас, то все окей будет. Он очень далеко. Это что было? Вау! Блин, они догоняют? У меня слов нету, ну как так можно? Ну, блядь, ну ты пиздец, ну... Кто так поворачивает? Ну, блин, ну когда поворачиваешь налево через чужую полосу? Ну, блин, ну посмотри, ты что ты делаешь-то? Что-то тяжелая гонка. Странно очень, я не помню, чтобы где-то застревало чуть раньше. Ну это подстава была, это дикая подстава. Кто так поворачивает, блин? Хотя с другой стороны, он должен был так вперед смотреть. Ему нахер не нужно было смотреть вправо там, в зеркало. Ему нужно просто было повернуть влево, если впереди никого нет. Поэтому, в принципе, он все правильно делал. Но это не отменяет того факта, что они поворачивают уебаны бывают. Он бы повернул, даже если кто-то ехал. Что с ним, блин? Он там 360 сделал. Ты чё, ебать? Она даже в паузу не ушла. Зачем это вылезло вообще? Что происходит, блядь, с этой игрой? Почему она так сейчас взлетела? Не, ну это вообще капец. Там еще сейчас будут охерительные повороты. Оу. Где меня обгоняет обычно. При всем при том, что случилось, я все равно на первом месте. Это фантастика. Это невероятно. Он меня не догоняет. Собака такая. Это не постоянная игра. Это победа. Хотя, блин, это рано говорит. Сейчас игра вылетит опять. Какое свободное место, блин? Какая мне разница, что тут свободным местом? Обалдеть.
Ну и жопушная трасса была. Так проще тебе будем заниматься, поехали. Я стартанул хорошо. Блин, что-то жесткое. Тут по трассе, поворот турецкий вон какой-то. Учитывая, как я их тут покажу в этой игре. Кайфуха! Ой, хороший кадр слышал вроде бы. Пока, давай, Викусик, пошли, давай, все. С тобой мы больше не разговариваем. Больше не звони мне, там следующий меня враг. Кто там? Ваш тон, Вик. Я не знаю, может быть. Я так понимаю, это ерунда. Потому что он просто дает типа дополнительные зачатки, которые откроете позже просто. Поэтому это бесполезная херня. Нормально. Фиг без машины. Нормально, 15 тысяч. Кэмден Бич. Пляж какой-то. И кто такая? Исси. Изабель Диас. Все, что хочешь, но не связывайся с Исси. У нее вместо крови закись азота, а тачки ее сестры. У нее вся семья такая, даже прадед в свое время был гонщиком. Кстати, тут ошивается куча ее родичей, настоящая банда. Неплохо. Изи же. RX-8. Прикольно выглядит все. Точка. Первый красный переход. Вот тут можно прочесть изи. А там нельзя было прочесть ничего. Я слышала, ты уже катаешься в Кэмптоне? Хорошо. Все-таки этот рок на что-то годится. Да что ты на кругу ты пристала? Тем временем я подыскала тебе укрытие в тех краях, чтобы ты каждый раз не мотался в Розвуд. А то можешь и не успеть. Я всегда успею. Как не повезло с магазином, если честно. Блин, а там машина открылась или нет, я не помню. Но у меня денег, в принципе, до хрена. Поэтому давай. $43 000 аж. А тут все окей. А что тут открылось-то? Трансмиссия. Профик.
Подвеска, закись азота, шины, тормоза. Это фигня. Дали как-то странно очень. И все? Ладно. Так, а где? Там же были детальки какие-то. Что-то дали, а не показали, что. Кузов 3 дали, походу. Ну, херово выглядит. Не знаю. Сколько он стоит? 7,5 тысяч? Ладно, машину прокачал. Если что, вернемся. Поехали в этот... в магаз. Так, в гараж. Там можно будет появиться рядом с гаражом просто в город, например, вот так. О, отлично. Магаз рядом просто. А у этого была Супра, да? Не, машин, по-моему, нет еще. Там есть только Лантер появился, блять. Не успел уйти. Есть только Лантер появился. И, по-моему, он не появлялся. Ох, бля. Ну, денег не хватает. Гольфик. ПТ-шка. Ауди. Эклипс. Еще Ауди. Супра. Калиурино. 12-е место дает доступ к Мустангу, в принципе. Но я не хочу его. Мустанг мне нравится, в принципе, машина, но я не буду его брать. Вот, 11-е место нужно. Минимум. 11-е место получается и... Блин, Porsche тоже будет, кстати, неплохо было бы. Ну, не такую. 911-е было бы неплохо. Где она есть? Вот, 911. А есть обычный Porsche? Ее нельзя смотреть даже. Прикиньте, когда недоступно. Не, ну ладно, в принципе. Можно либо Lancer взять, либо Subaru. Потом. 11-е место. Ну, в принципе, Lancer, наверное. Будет у меня. Так, гараж. Вот, что такое? Так, черный список, погнали. Рейтинг 180 тысяч. Так, ну давай. Что там у тебя? За 3 минуты? Ну давай. Или нет, стоп, что там? С 8 разными полицейскими 4 минуты подряд. Ну можно оторваться, в принципе, попробовать сначала. Там простое. Отрывается это вот так вот, берем. Да все уже, неважно. Лучший парень в жизни. 12 секунд. Слушай, такое дело. Ты в курсе, что цыпочка по имени Мия делает на тебя огромные бабки? Да. И не делится. Между прочим, на нее дело заведено. Ее пасут, точно говорю. Я бы держался от нее подальше. Да ладно, и что такое ставит? И чё, что дело заведено, тоже как-то... Тоже мне. А на меня нету, типа, тут, да? Гоняю себе тут, ну и чё, ну и чё. А теперь надо аккуратней. Сколько там надо ехать с ними, я не помню. Диспетчер, Сьерра 22. 4 минуты. Поехали. Диспетчер, я свободен. Чёрт, опять превышение. Блин, где, куда можно уехать, как... Бля, я отсюда не выйду вообще. Мне надо как-то вот выехать на этот кружочек. Там удобно. Направо. Потом еще раз направо. Я, в принципе, не важно. По прямой, может, потом налево выехать просто на автостраду. Ой.
Объект серебристый Volkswagen. Скорость выше ограничения. О, второй уровень, нормально. Внимание всем. А куда я еду-то вообще? А, ну все верно. Так, главное ничего не сбить. Блядь, это Дадик? Куда он поехал? Куда он поехал? Дадя отцепление, он ушел. Диспетчер, это правит 2-2, со мной двое. Будем в квадрате через 3 минуты. О, во-во-во-во, где? Свидетели, он утверждает, что знаком с объектом. Забрали его для допроса. Хорош! Поехали. А можно было и здесь ехать, наверное. Это секундочку, поехали. Тихо. Не хикареста, поехали за мной. Не жалей машину. Объект повернул на 180 и следует в обратном направлении. Раскочил. Код 3, продолжаем. Забыл бы тут, что они делают так. Забыл об этом вообще. Так, тут по прямой, да? Вроде бы да. По прямой в основном ехать. 19. Что у вас нового? По-прежнему преследую водителя. Вот три, кажется, это надолго. Мне некомфортно на вот таких вот дорогах. Ущерб незначительный. Ну почти там, где надо. Да равно к нему не пробиться. Еще столкнемся с кем-нибудь. Да, ребят, поехали, пожалуйста. А, ну почти. Давайте догонять. О, как много народу. И где-то здесь можно повернуть, да? Ох, вы здесь. На автостраде, все, отлично, поехали. За мной, ребят. Вы что там, дебилы, что ли? Что вы творили? Они сшибли кончик, походу. Не, ну на время, походу, я сейчас выполню. А вот столкновение еще предстоит только. О, третий уровень можно получить, а там самые интересные гонки. Потом они слишком плоские становятся. Интересно то, что они могут кататься за мной. 38 минут. Обычно они просто быстро отлетают. Они просто едут что-то. Внезапно. 10 тысяч рейтинг. На. Не дали рейтинг за это? Ну что, где вы? А, вон слева. Хорош, молодец. Если мне удастся нагнать его, я его приторможу. Пока что отбой. А где еще один? Мне опять ехать со скоростью потока? Дитё, догоняй. О, три. Нормально. Блин, пожалуйста, не влезайся. Дай проехать. Вот он, вижу. Подключаюсь к преследованию. 5 секунд. Пожалуйста, дотерпи. Дотерпи 5 секунд всего. Все, отлично. 10 машин. Все, погнали. Нужно разгоняться. Он тут творит черти что.
Нет. Пятнадцать тысяч на рейтинг, почти так мало. Ну, побольше. В принципе, только что проехали то место, где я обычно прячусь. Давайте кружок сделаем, там рейтинг набьем. Почему черные машины-то? А, я еще на втором уровне. Тысяч. Это до хрена как-то. Не, ну кружочек-то мы сделаем. Не так сложно. 19 тысяч, мне там нужно 60, по-моему, тысяч было, да? Они не догоняют. Ну ладно, давай уходим. Еще покатаемся. Или нет. Или нет, наверное. Ждем. А подкрепление будет еще какое-то? Это что-то как-то печально. Здорово. О, ты не палит, ты, три. Это неплохо. Это как он так сделал? Он ушел от поворотного удара. Ну, тут они не догонят даже. Ладно, скрываемся. Может, там много уже дадут рейтинга. Общий 21 тысяча. Сорок две, видимо, будет. 51 хватает. Да, мы перебили, то ж надо. Гараж. Че, сколько время? 43 минуты, еще 7 минут есть. 11 место надо, я глядел. Глядел 11 мест надо. Так, у меня еще пари есть там. Вот такие, да? Но они крошечные, там 5000 всего. Это ничего страшного, вообще легко. Предлагаю по дороге проехать, потому что здесь не получится, мне кажется. Изи. 221. Надо сколько было? Неважно. Уже неважно. Так, что тут еще пари? Еще радарчик. Я не посмотрел опять скорость. Надо. Да, в принципе, неважно. Блин, выбрала, конечно, повороты. Изи. Тут круг это круг, это круг, это круг, это круг, это круг, это круг, это круг. Чё это драгрейсинг? Ну давай. Раз мы здесь, чё бы нет.
Где переключение? АЗ, как и везде на было. На треге главное вовремя переключать передачи. Следи за цветом индикатора. Видишь зеленый — жми. Тут такие скорости, что рулить просто некогда. Но это и не нужно. Захочешь перестроиться — слегка поверни, и твоя машина сама займет нужный ряд. Если ты вдруг отстал, примени впрыск закиси азота. Вырвавшись вперед, постарайся не расслабляться. Смотри в оба, чтобы тебя никто не обогнал. Никто не обгонит. Это же дрэк, он быстрый очень. Хотя здесь я могу проиграть. Я просто не знаю, что переключать вообще как. Это не переключает. Shift. Внезапно shift. А что то гранитка-то тут? Да, блядь. У меня зеленый индикатор посреди полотки. Поехал. Ну как так-то? Ну там хер проедешь так-то. Угу. Ну ты здесь, я говорю, здесь это тяжело будет. Я пытался уйти влево. Кстати, ты тоже врезался. Я не знаю, чего вы не засчитали. Я хотел объехать его по тротуару, но лишнее не позволило. Тут, блин, непонятно, как ехать вообще. Я хуже проехал. То есть просто дело случая. Ну, короче, тут рассказывается то, что нужно использовать две машины, возможно, чтобы было проще, там, чтобы попы не знали твою машину в лицо. Бла-бла-бла. В принципе, ничего важного. Еще одна гонка. Еще одну гонку можно пройти. Пари пройдено. Кольцо есть. Ну, наверное, его и будем проходить. Остальные, кстати, спринтовки. Такое ощущение, что они здесь поняли, что кольцо и не самая прикольная вещь, как бы. Два круга всего? Ладно. Хорошо. Мы будем ездить, короче, на Лансере, наверное, и Субарике. Может быть, еще третья будет Порше. Вот так вот возьмем три машины. Мне кажется, неплохой наборчик будет. Просто денег стоит еще. Ой-ой, чуть не туда уехал. Еще бы чуть-чуть и ушел бы в другую сторону. Ну ничего не видно вообще было. Не вписался. Не хотел тормозить. Надо как-то постабильнее ездить, а то что-то я ерунду творю. Ну, на цвет выбрал у своей машины. Ярко-зеленый. Жесть. На Субару.
Это какое-то извращение прям. Блин, вот и гений. Это реально извращение. На импрезу Субару ставить такой цвет. Капец. Просто жесть. Ужас. Непростительно такое творить с машиной Subaru Impreza. Мне прям грусть взяла. Я посмотрел на эту машину, мне прям печально стало. Она перелетает? Нет, нихера ничего не перелетает. Она вообще не летает, походу. Машину перелетать невозможно. Так, здесь надо как-то уйти в центр, наверное, вот так вот, да. Дороги широкие, обалдеть. Скоро полуторачасовые серии будут, там уже быстрее пойдет игра. Пока что-то медленно все происходит, конечно. Но они как скоро. Через неделю аж, если игра, конечно, не закончится какая-нибудь, но там, блин, стратегии вряд ли. Вот и все. На этом мы и закончим, наверное. Ты с ней делаешь? Это он странный. Зачем мне тут звонит? Зачем мне позвонил? Зачем? Ладно, давайте тут закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншот обзора центреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.